Для алматинцев, где примерно 70% населения потенциальные гипертоники, в кардиоцентре стали проводить уникальные операции. Если раньше страдающих высоким давлением пациентов лечили в основном таблетками, то сегодня их оперируют. Именно вот этим пациентам показана операция денервации почечной артерии. Операция проводится под местным обезболиванием, наркоз не требуется. Продолжительность операции около 15-30 минут. И после операции пациента можно выписать на следующий день. 40-летнего Турегильда Оразбекова, страдающего наследственной гипертонией, прооперировали по новой инновационной технологии. Мужчина говорит, раньше пил таблетки горстями, а сейчас будто заново родился. У меня раньше было повышенное давление, максимально до 220 доходило. Рабочее 170-180 было, верхнее давление. Нижнее 110-120. А сейчас уже верхняя 140-130, нижняя 90-80. Для пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, в кардиоцентре проводят имплантацию инновационных стентов скафл. 37-летнему Мурату Кужанову уже поставили стент. Это маленькая пружинка, которая внутри коронарных сосудов расправляется и восстанавливает кровоток. Она полностью растворяется, а стенка сосуда восстанавливается. В 2005 году я перенес инфаркт миокарда. В 2008 году мне установили лекарственно покрытые стенты в Австрии, Вене. В связи с продолжающим ухудшением состояния моих сосудов была необходима установка новых стентов, и мне был в прошлом году установлен стенд скафл. Такие операции по инновационной методике в кардиоцентре проводятся бесплатно в экстренных случаях. Обычно подобные хирургические вмешательства стоят несколько тысяч долларов и проводят их, как правило, за границей. Но сегодня можно доверять и отечественной хирургии. Кстати, кардиоцентр планирует за счет госбюджета докупить дорогостоящую аппаратуру, чтобы у отечественных пациентов отпала необходимость ехать за границу на лечение. Камиля Куниязова, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.